Бам, ребят, ёж с вами. Покажу сегодня, как сделать бронированную комнату для шкафа. Поехали. Для начала надо поставить такие вот треугольные фундаменты. Вот таким вот способом, ребят, смотрите. Раз, два, три. И с другой стороны нужно поставить два фундамента обычных. Раз, два, готово. Дальше план постройки, и нужно поставить вот такую вот крышу. Она, кстати, сейчас после обновления, после прихода новой графики, ставится очень глючно. Поэтому надо выбирать место, расположение так, чтобы можно было все-таки поставить данную крышу. Можно повертеться, походить туда-сюда и постараться найти то место, где она будет ставиться. Раз, вот так вот. И, кстати, обратите внимание, у меня улучшено пока до камня. Можно либо до дерева, без разницы. И вторую тоже сюда вот я должен поставить. Смотрите, так стою, не работает. Надо походить, еще раз повторюсь. Либо сбоку вот так вот. Либо отойти сюда, если не ставится. Итак, получилась такая вот штука. Смотрите, полностью крыша закрытая. С этой стороны то же самое. Но беру киянку, улучшаю до железа. Бамс, и смотрите, тут образовался вот такой вот проход. Для удобства можно поставить сюда фундамент, чтобы было удобно. Теперь беру шкаф. И смотрите, здесь такой крестик от вот этих вот линий, когда улучшено до камня. Беру шкаф, навожу сюда и немного прям сдвигаю, ребят. Вот прям немного. Вот так вот примерно. Дальше снова киянку и улучшаю до железа. Как видите, крыша вся закрылась. Дальше иду сюда и чекаем. Смотрите, оп. Открываю все. Шкафа самого не видно. Но дальше останется только улучшить вот этот вот фундамент. Треугольный. Улучшу сначала до железа. Готово. Дальше план постройки. И здесь можно закрыть, конечно же, такими вот стенками. И тоже улучшить до железа. Не забывайте, кстати, ставить замок. На всякий случай. Мало ли кто может пролезть. Ну, осталось только закрыть. Вот так вот. И улучшить. Готово. И все, смотрите, ребят. Последний штрих. Готово. И также улучшаю до железа. Все. Это ломаю. Ну, а теперь еще раз, ребят, проверяю, можно ли реально сюда ресурсы закинуть. Смотрим. Перекидываю сюда ресурсы без проблем. Все, они тут. И также я могу их отсюда забрать. Вот таким вот способом. Давайте оставлю здесь одну вот эту единицу высокого металла. Смотрим, здесь она. Все работает. И вот такая вот была штука, как защитить ваш шкаф. С вами был Ёж. Накидаем лайки, и новый видос быстро выйдет. Пока.